Размеренный ход выходного дня в столице сегодня нарушило громкое ЧП. Мужчина, вооруженный пистолетом, захватил отделение банка и удерживал заложников. Периметр вокруг дома, в котором находится филиал банка, оцепили, а жители эвакуировали. Захватчиком, предположительно, оказался 30-летний мужчина по имени Алихан. Я к депо не хочу, ты шутишь? Все, сейчас выйдет. У девчонок отпустят. Алихан! Переговоры с захватчиком вел министр внутренних дел Марат Ахмеджанов. Подключили и родственников преступника, но даже их он не слушал. В такой момент понимаешь, что сейчас люди, которые находятся в заложниках, им действительно сейчас очень сложно. И уже в 16:40 поступило сообщение о том, что всех из 7 захваченных заложников освободили. Мы сами видели, как женщин ведут к карете скорой помощи, а самого захватчика успешно задержали. Всем банкам будет выдано представление, рекомендация по устранению тех нарушений, которые способствуют, чтобы не было повторных вот таких инцидентов. По итогам спецоперации никто из заложников и сам захватчик не пострадали.